Старая добрая Рог Легаси. Боже, этот звук вообще огонь. Так. But I'm loyal only to myself. Так. Да ладно, я не могу больше разрешений здесь делать, ты издеваешься. Окей, Enter. А, во, другое дело. Спасибо. Спасибо. Так. Ага, music volume. Не, музыка здесь хорошая, вот это надо снизить, да. Enable quick drop. Не знаю, joystick dead zone пофигу. Use gamepads. Нет. Change controls, language English. Оп! Ей! Изменить раскладку. Dex! Ага. Я понял. Окей, вверх сюда. Вниз сюда. Влево сюда. Вправо сюда. Атака. О, можно мышку назначать. Нойс. Атака, так, прыжок. Ладно, умение. Так. Бросок влево, бросок вправо. Вот это я не уверен вообще нифига. Да, так, заклинание Q. Бросок влево Z, бросок вправо X. Все. Коснитесь, спейс для прыжка. Вообще, по-моему, не FPS проседает, что очень странно. Для такой игры просадки FPS это пипец как странно. Так, возможно, она чуть-чуть громковата. Чуть-чуть я музыку еще уменьшу. Там уже стоит пробел. Но он стоит в допах, а не в основных. Ну чё ты? Я хотел, чтобы он стоял в основных, а не в допах. Не удивляйтесь такому цветовому решению. Такое цветовое решение пока в обучении будет. Коснитесь левую кнопку мышки для атаки. Как это мило звучит. Коснитесь. Чё ты, изи? Сейчас вот моя династия попрет и будет вообще ни хрена не изи. Удерживайте вниз и коснитесь спейс, чтобы прыгнуть. Коснись космоса. Мне кажется, что реально некоторые просадки FPS есть. На удивление. О, я про это забыл уже совсем, слушай. Все здесь такая фигня есть. 100 золотых, неплохо. Нет. Прикольно, рыцарь такой. Мне нравится, как они бегут. Они так мило бегут. И вот, собственно, финальный босс. Да. Нажмите D для атаки. А еще ЛКМ надо для атаки жать? Ну да ладно. Окей. Вот, собственно, я. Начало такое у меня. Вот именно такое уже. Но в обучении можешь перш попасть с ностальгией, да? Рели как будто просадки есть. Ну вот очень странно. Причем у меня даже FPS здесь от Steam не показывается, что пипец как странно.
Так. О, да, это музыка. Это лютейшая музыка. Запись 1. Измена. Наемный убийца нанес рану моего отцу, королю. Чтобы навести порядок в королевстве, король послал меня и моих братьев, чтобы найти способ исцелить его. Вместе мы отправимся в проклятый лес и войдем в замок Хэмсон. Этот проклятый замок стоит на опушке леса с незапамятных времен, однако, по слухам, в нем спрятан предмет, способный излечить любой недуг или рану. Сегодня ночью я пережу своих братьев и отправлюсь в путь, пока они будут спать. Если я не выполню просьбу отца, то опозорю свое имя. Лорчик, собственно, здесь есть телепортация, что очень хорошо. Ничего не напоминает враги? Привет Танжетрису опять же. Танжетрису, да ё-моё. Дангриду. Дангрид немного слизан с Rogue Legacy на самом-то деле, но... Это не мешает Rogue Legacy быть хорошей игрой или Дангриду быть хорошей игрой. Да в смысле? Я вроде удар вниз нажал. Да, надо не забывать, что касание врагов здесь, естественно, наносит тебе урон, причем, ну, урон как будто тебя враг ударил, хотя на самом деле он меня не бил, я его просто коснулся легонечко. Оп, падла. Вот если одни в стене это дело делают, магию свою, то через стену она, к сожалению, проникает. Что очень грустненько. Не допрыгиваю. Самый сок начинается в этой игре, когда ты начинаешь заново. То есть вот первое прохождение это так. Мимо прохождения. А вот когда ты начинаешь заново, начинается самый сок. Так, погоди, а как я к этому сундуку попал? Здесь надо быть маленьким, чтобы к сундуку попасть. Это типа секретного прохода, но необходимо быть именно мелким. Ау, фак. Фак. Сэр Ли умирает, виновник гибели Огнеплюй. Окей, на. В поисках подорожника. Неплохо, кстати, здесь даже вот это вели. Я такого не помню, честно говоря. Это что такое? А, понял. Ну, давай посмотрим, кто теперь. Значит, это был я сначала. Теперь, Сэр Ли 2, карликовость и эндоморф. Вы настолько массивны... Погоди! Карликовость и вы настолько массивны, что вас нельзя отбросить. Жирный карлик с косой. Неплохо. Что это загрузка? Это что, Rogue Legacy, Свегман? Старая добрая Rogue Legacy, от которой пошли дангриды всякие и так далее. Это и это прародитель. Класс Плут. Сдвг. Вы энергичны, вы быстро двигаетесь. И навязчивые идеи. Надо убрать в доме. МП за разбитые предметы. Это... О, нет, 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 ни за что. Головокружение это смерть глазам. Нет, ни за... никогда вообще. Криты или маг? Ну просто я бы хотел варваршу. Но твою мать. Ну, я могу показать с другой стороны. Давай пофанимся. Окей. У меня дальнозоркость, и у меня. Как ее обзывают-то? Короче, вы поняли. Да, нет, мидлайк, это больно. Так, сми. Вот я, собственно, открыл кузницу себе. Что неплохо. Здесь, естественно, есть прокачка. Причем прокачка весьма серьезная. И надо не забывать, что когда ты... О-да! Че, хорошо все вблизи видно? Как вам такая игра, ребят? Нравится? Окей. Упс. Так, говорить. Вход. Тебе при... Блин, они не только задом наперед, они еще перевернуты, мать твою. Тут даже не поможет то, что я голову вот так вот на 180 перевернул.
Тебе придется заплатить за вход, да, ты теряешь все свои деньги. Так, поменяй название игры на стриме. В смысле, я не поменял с этого, что ли? Упс, сори. Роуге Легаси. Я не играл в нее, на самом деле, достаточно долго, потому что в ней Русика не было. Без Русика, ну, как бы, не все понимаешь в ней. И управление было не такое удобное, то есть чисто консольное. Сейчас сделали удобнее. Очень интересная игра, правда? Головокружение плюс дальнозоркость. Вообще идеальная игра. Ау. Ау. Да вниз прыгни, боже. Ау. Это все закончится достаточно быстро. Да, блин, на самом-то деле. Блин. Это блин. Я забил. Да, я забываю, что здесь врагов касаться нельзя. Окей, это было достаточно быстро. Так, кто у нас теперь будет? Никчёбная варварша, да, согласен. Так, может завтра целый день трогать Легаси? Ты с ума сошел? Так, дислексия одновязчивой идеи. Лысый. Вылишена... О, да, плоское зрение, это тоже офигенно. А это кто? Еще один плут. Капролалия. Это мат, короче, да. И тоже плоское зрение. Я хочу за варвар поиграть, да. Я, пожалуй, за варвар пока поиграю. Так, 72 я могу потратить, собственно, монетки. Что здорово. Текс, у меня открыт меч, воинский меч. Плюс вес, плюс урон. 250 монет для открытия, что до хрена. 250 монет сначала надо найти. Угу, на Q магию. Окей, понял. Отдать хородным все деньги и вьёти в змак. Пир трдвёть. От не... Он тема. Мне очень трудно читать, да. Это правда. Пойду куплю, пожалуй, Свегман. Она того стоит. Но вот как про родителей именно, да? Она офигенна. И в ней очень много всего интересного. Ну-ка. Иемза. Мэнэй уйцба. Нанаес рнау мео уцу. Крлогою. Шот бы пордяк в ксотлве... А, блин, мне не хватит на это читать. Отключил перевод от экрана, перевернул телефон, все. Так они, я ж тебе говорю, они не только сверху вниз, они еще задом наперед были. Поэтому нифига не ок так-то. Так, кровавая зенка. Кровавая зенка это жопа. О, 100 монет, неплохо! Уже больше, чем за прошлое прохождение. Так. Да ей проще так, на самом деле. Ух ты, еще 100 монет! А вдолбаться денег! И это босс. А, не... Так, я такой телепорт первый раз вижу. Какого хрена, ребят? Я не готов в 4-й уровень идти. Вы чё? Идите нафиг. Я вообще ни разу не готов в 4-й уровень идти. Это лють. Боевой шлем. Хорошо, я не зря сюда пришел. Это либо 3-й, либо 4-й уровень сложности. Я не помню. 55-й уровень, враги, как бы. Я ни на что не намекаю, но я в жопе. На! Жесть.
Это люч. Окей, буду знать, что не надо ходить телепортер в такой, да. Так, класс варвар. Декстор Гардия. Запасы МП и ХП поменялись местами. Плюс лысый. Так, зрительная память. Вы помните все мельчайших деталях и мат. А здесь вы настолько массивны, что вас нельзя отбросить, и плешивость. Заклинание шакрам. Давай его. Сэр Юзлис, и правда Юзлис. Ну так, да. Так, 310 монет, наверное, пока нет. Пока мне не здесь надо прокачиваться, мне надо прокачиваться тут. Да. Собственно, воинский меч на больший урон. Плюс я открыл себе шлему. Шлема на 18 брони, 20 хп. Офигеть, я шлему открыл. Слушай, то, что я открыл шлему с 4 левела, это пипец. И да, за мной вот эта вот вонь идет небольшая, это бывает. Из-за этого будет немного багов. Еще когда меня будут бить, по идее, я должен материться. Но это запикано, конечно. Но материться, по идее, должен. Критический, хорош, критический удар. Полезный. В принципе, мне здесь очень надо зачищать, они не всегда разворачиваются, к сожалению. Надо зачищать все локации, чтобы подбирать деньги, чтобы... Ай! Прокачиваться так-то неплохо. Потому что прокачка нужна, причем нужна... Чё, здесь будет? Отстань, отстань, отстань! Хрена вас тут! Я не мог развернуться! Я, кстати, не знаю, почему такие баги. Жопа. Я не понимаю, почему я не могу развернуться иногда. Решительный плут. Плут — это неплохо, но я не мог развернуться. Так, с рыцарь черт. Черты гей! Вас влечет к девушкам. А, это леди! Окей. Лесбухи! Не, ну давай как бы, да? Почему бы и нет? Меня таки влечет к девушкам. 210 монет пока не хватит. Превратите рыцарей в паладинов, мастериц ближнего боя. Давай. Ну вот, собственно. Паладины научились блокировать удары со всех сторон. Офигенно. Повышайте свою грузоподъем, чтобы носить более тяжелую прочную броню. Пока рано. Так, давай еще плюс ХП будет. Вот она может сразу развернуться. Тот чувак почему-то сразу развернуться не мог. Это очень странно. Так, сюда. О, май. Вот эта музыка, пожалуй, самая популярная среди... Ну, если кто-то хоть когда-то играл в Rogue Legacy, он, по идее, помнит вот эту музыку. Потому что она вообще, ну, она реально самая популярная. Ну и так как первый уровень, чаще всего ты остаешься на первом уровне. По крайней мере, первые, я не знаю, часов, наверное, ну, 2 так точно, а иногда и по 8. Условия — убей всех врагов. До дальнего врага я не достану. Где-то здесь, по-моему, секретка должна быть, чтобы пройти. Странно, то ли те шакрам здесь нужен, насколько я помню, да. Я не смогу здесь убить всех врагов. То есть одного-то я, конечно, убил. Но больше меня пока не хватит. А, ты живой еще был? Лол, я не видел. Сорян за игноры, я не видел, что он живой. Не получается пока еще два удара подряд делать. Вот это, по-моему, переход наверх к боссу, если... А, нет, это переход... Леса Абхазии, да. И нет, это не лос, это реально леса Абхазии. Окей, хрен с вами. Леса Абхазии мне не интересно, а наверху Майя. Леса Абхазии — это второй левел, Майя — это третий...
Подземка это четвертый, по-моему, так. И здесь есть еще пятый, вроде бы. Декс, мне надо телепортироваться назад. Давай, Катюх, удачи тебе. Ну, а мне надо либо направо, либо вниз сейчас. Естественно, ну, лучше всего зачищать первые локации. Интересно, что там такое? Тут достаточно большое количество секреток, надо признать. Причем секретки доступны только некоторым. Запись 2. Хотя я и старший сын, я никогда не был любимчиком отца. Я всегда знал, что он собирается оставить меня ни с чем. Но если я найду лекарство, все изменится. После смерти отца победитель наверняка унаследует трон. После моего возвращения моя семья вернется в королевские палаты в столице, где к нам вновь начнут относиться с должным почтением. Мы не станем больше терпеть сплетни и клевету моих братьев. Другие герцоги будут склонять головы перед нами. Но я забегаю вперед. Я должен помнить о своих целях. Покорить замок, найти лекарство, получить награду. Убить всех врагов еще. А, ну тут то же самое, да. Тут чакрам нужен. Без чакрама здесь ты никак врагов, к сожалению, не режу. А у меня не чакрам, у меня молот. Это у нас что такое? Хотите помолиться помощи? Да, давай. Дар Гелиоса! Я бы знал, как посмотреть эти предметы. Блин. Я не знаю, как посмотреть, что делает Дар Гелиоса. Либо я это знал, но забыл, либо это нельзя посмотреть. Одно из двух. Но, скорее всего, можно, я просто не знаю. Картины здесь иногда тоже фейковые бывают. Поэтому с картинами тоже разбираться надо очень аккуратно. Так, нет. Ну, 280 денег хотя бы заработал, уже не так плохо, 290. Что-то прокачать я себе еще и сумею. Вот, видите, секрет давка. Но я не маленький, поэтому я туда пройти, к сожалению, не могу. Аккуратненько. Потихоньку. По-моему, мне, кстати, будет... Ай! Даблджамп доступен, если я ничего не путаю, но потом уже. В платне рун именно топовых. Так. Зомбариван. Еще никогда не любил здесь такие здоровые комнаты, слишком опасно их проходить. Да блин! Почти не получил урон, скажем так. Я нажал... Открытый мини-класс можно использовать, нажав Е. Прикольно. Я нажал вниз атаку, а она просто так замахнулась. Я понять иногда не могу. Тупое управление для дебилов. Класс паладин, умение ищи стража. Черта эктоморф. Вас не то что ударом, ветром сдувает. И зрительная память. Так, здесь у нас проводимость. Вы хорошо чувствуете электричество. И боязнь кур. Вас пугают цыплята. Здесь у нас просто. Ну, давай, окей, давай вот этот. Проводимость и меня пугают цыплята. Так, прокачиваться надо... По идее, еще выше надо прокачаться так-то. 530 монет, это круто. Так-с. Архитектор. Наймите архитектора и научитесь фиксировать положение комнат замка. Ты можешь замок, ну, снова пройти таким, каким он был. Иначе он каждый раз рандомен, естественно. Колдунья, волшебные руны. Да, волшебные руны, колдунья я хочу. Да можно и архитектора, собственно, открыть, на самом деле. Развитие мага, сила маг урона. Давай архитектора еще до кучи откроем. Угу. Сила атаки сейчас плюс атака. И развитие варвара. Дикий крик, сшибающий с ног. 370 монет, грустно. Так, давай больше атаки. Окей.
Здрасте, что тут новенького? Ага. Воинский наруч. Магия плюс 5. Хорошо. Колдунька. Привет, можно тебя на минутку? Мне нужна твоя помощь. Когда-то я была великой колдуньей, но однажды монстры из замка проникли в мои сны и украли мои знания. Они заключили эти знания в руны. Без этих рун я ни на что не гожусь. Прошу тебя, принеси мне найденные руны, а я потом продам их тебе по выгодной цене. Гениально, правда? Ну вот, собственно, руна спринт на меч. Дает возможность совершать бросок на короткое расстояние. Чем больше рун, тем больше бросков. Руна прыжок шлема. Дает возможность прыгать в воздухе. Несколько рун, несколько прыжок. Вот он, дабл джамп и много джамп. Здорово, никто. Так, все вроде. Окей. Ну и, собственно, вот чувак-фиксатор. Здорово, чувак, хочешь, я расскажу секрет? Я свихнулся. Видишь рычаг? Если его нажать, замок останется таким, как прежде. Ты сможешь пройти тем же путем, что и твой предок. Круто, да? По-моему, ляпно. Как я сумел построить такое чудо-машина? Научные достижения и немного магии. Много магии. Но мои услуги стоят дорого. Если я зафиксирую замок, ты заплатишь мне 40% от всего найденного золота. То есть ты получаешь на 40% всего меньше денег. Но нафиг мне это надо, я лучше в рандомный замок пойду. Окей, нам 8-й левел, однако. Пойдем дальше. Так, все деньги важны. Теперь у меня есть чакрам. Если мне попадется еще раз комната с проверкой, да, вот такой, я сумею ее пройти, потому что чакрам есть. Да, хорошо. Так, тут еще и смачелло. И фейковая картина здесь же, кстати. Так, сундучочек. Ну, окей. Хотя бы деньги, уже неплохо. Так, фейк. Здорово. Вот сюда вот опять же маленький карлик может пройти, там какая-то секретка. Но так как я не маленький карлик, я хз. Ауч. Чуть-чуть больше прыгнул, чем надо. Так, это какая запись? Запись 3. Я заплатил за вход и вошел в замок. В качестве платы проклятых арун забрал все мое золото. Он опустошил даже мои личные сундуки. Я оставил жену и детей без единого гроша. Он сказал, что такую цену платят все, кто хочет попасть в замок. И это справедливо. Это справедливо, потому что из тех, кто вошел в этот замок, еще никто не вернулся. Но со мной все будет по-другому. Я держу победу. Во владении мечом мне нет равных, даже среди моих братьев. Вот так вот. О, здрасте. Приветствую, герой. Я хочу дать тебе шанс, который бывает раз в жизни. Всего за 25% твоего золота я разрешу тебе открыть один из трех сундуков. В одном сундуке втрое больше золота, чем уплачено тобой, а остальные два пустые. Хочешь испытать удачу? Конечно. В этот раз тебе повезло. Хе-хей, неплохо. У меня осталось всего 16 хп, зато я уже разбогател. Надо наоборот, вот так вот. Пынь. Валить отсюда надо, потому что я сейчас дофига маг на самом деле. То есть, не мое дело в мели ввязываться. Мне надо именно с магией всех колбасить. А вот то, что я в мели иногда ввязываюсь, это как бы хреновато. Магом здесь тяжело быть, пока у тебя маги не раскачаны. У меня сейчас раскачаны воины, поэтому надо воином быть. У вас хилые лапки, удар не отбрасывают врагов. Ох, ни хрена себе! Героиня, гигантизм, дальтонизм. Вы не различаете цветов, прикольно. Навязчивая идея, плоское зрение, паладин. Три паладин? Давай гигантом будем, хрен ли нет. Настоящая женщина-воин. Я немного дальтоник, да, цвета я не различаю, к сожалению, сейчас. Так, давай дабл джамп. Окей. Воп-воп. Ей! У меня есть дубле джамп.
Такс, я хочу... Ну, я только сюда могу потратить, да? Окей. Ну ладно, пойдем в черно-белом. Так, прям захотелось и купил Rogue Legacy. Ну правильно сделал, он стоит сейчас вообще копейки, а игра просто великолепная. Ну, у нее лапки. Сейчас из-за того, что я гигант, мне будет очень сложно избежать получения урона. И это, собственно, хреновато. Но, по идее, можно... Ну, то есть, я, во-первых, мощный сам по себе. Но избежать урона будет трудноватенько. Но из-за того, что у меня настоящая бой-баба... По идее, я могу подпрыгивать чуть-чуть. Возможно, это даже будет работать, но это не точно. Так, да, внизу посмотрим, что у нас. О, картина. У нее большой меч за счет ее гигантизма, гигантомании, неважно. Короче, за счет того, что она здоровая, что забей, у нее еще и меч здоровый. И это весьма сильно помогает. То есть меня враги с большей вероятностью ударят, мне сложнее проходить игру. Ау. Но при этом она еще и здоровая. Рыцарский наруч, чертеж, отлично. Как почти получилось. У меня пол хп уже нету. И вот так вот ты должен ходить, прокачиваться, умирать, прокачиваться, ходить, умирать, прокачиваться. Умирать, прокачиваться, ходить, умирать, прокачиваться, умирать, ходить. И возможно, раза так с 20-го начнет все получаться. Но это не точно. Сейчас, например, мне повезло, я чуть-чуть отхила получил, но самое главное, я получил еще больше денег. Честно говоря, это офигенно. Мне главное на шип не попасть, на меня 27 хп всего. Да блин, жарабаш. Сюда еще. Еще 710 монет уже, как бы дофига. Все хорошо. Так, нет, 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 туда мне явно не надо, рано еще. Да. Это два входа в края тьмы, которые мне по сути нафиг не нужны. Хотя там сундук какой-то, лол. Если я сумею здесь сундук взять, то надо закатать губу обратно. Но попробовать, конечно, надо, блин. Сундук хай-левела получить просто так на халяву, это очень круто. Ай! Ну или не получить на халяву, ладно. Короче, сундук получить было бы очень круто, вот так бы скажем. Текс, кто у нас дальше будет? Варвар. Проводимость туннельной зрения, у вас отсутствует боковое зрение, это лють. Паладин с чакрамом, это, кстати, неплохо. Плут, плуты мне нравятся больше всего критами, но они очень слабые по хп. Вы тоскуете по старым добрым временам? Не, давай вот так вот. Пока что я не прокачан, за плута не надо играть. Так, давай посмотрим, что мне тут доступно. Так, шлёму. Я могу попробовать вот эту шлёму на 20-20-18 взять. Или на 20 здоровья и 5 маны просто так, но за 150. Так, наручи. Это просто плюс магия, оно мне нафиг не надо. Жалко, денег не хватает. Блин, 1200 накопить, здесь я ультрашлёбом, был бы офигенно. Ну да ладно. Так, у тебя... Даш. А, вот, Z или X для броска как раз. Угу, собственно, вот эти вот Даши, которые нужны. Так, 210 монет. Могу куда-нибудь, могу сюда. 220, 180, кстати, неплохо. Да, давай так.
Жмят. Здрасте. Я готов вам отдать 30 монет. Ваншот, ванкил, но у меня хп мало было, поэтому это не... Это не считается ваншотом, потому что у меня было далеко не фулл хп, скажем так. Мне вот эти скиллы помогут ловушечные проходить, чтобы сундуки получать. Но, к сожалению, да, эти даши урона не наносят, и это грустно. Давай, допустим, наверх. Не забывать про даблджамп. Я иногда забываю про даблджамп. О! Ну-ка. Приветик, давай посмотрим, что ты умеешь. У тебя всего одна попытка, зато бесплатная. Если справишься, получишь приз. Окей. Мне надо все, что ли, разбить тогда? Или просто большинство разбить, я не знаю. Наверное, все. Разбито 89, осталось 11. Награда 440 золотых. Уцелело больше 10 мишеней. Похоже, в принципе... А, уцелело 11! Жопа! Жопа! Жопа тупая для дебилов. Уцелело 11, уцелело больше 10, тебя, блядь, не интересует, ко-ко-ко. Надо запоминать, что надо, чтобы меньше 10 осталось. Тут идеальный прыжок вообще нужен, чтобы правильно пройти. А, фак! Падла картине стоял. Оу! 17 хп, это я прям удачно начал по шипам, прям шипы мои давние враги во всех играх, без исключения вообще. Никогда не любил шипы, ни в каких играх. Тупые шипы для дебилов, как бы. Причем для полных. Еще больше денег? Ну ладно, 940. Я так близок к покупке шлема, это же пипец. Молиться о помощи, да. Проклятие ежика. Ну охренеть теперь, я не знаю, что это такое, но зло. Это, видимо, благословение рандомное или проклятие рандомное, но я не знаю, что они значат. Это надо на вики смотреть, наверное. Что они означают. Что за проклятие ежика, которое я получил? Минус золото? Почему минус золото? 960 так и было. А допрыгай шипы. Да откуда я знал, что там шипы? Ты же внизу нифига не видишь, что находится. Здесь нельзя посмотреть то, что у тебя находится внизу. К сожалению. О, 14 хп установлено. Текс. Мне повезло, что этого зомби... Там Санта-Клаус мимо пролетал. Вы видели? Эти, не надо тут всякого. Сложная, блин, игра на самом деле. Чего вы? Чего такие дни прощающие? Игра реально сложная. Особенно если не помнишь, как в нее играть. Еще 14 хп восстановлю. Найс. Но мне сюда идти рано, мне надо босса найти на самом деле. И босса убить сначала. Потом уже сюда идти. Я хочу очень сильно этот сундучок открыть. Спасибо. Это уже next level. Мне в next level пока идти рановатенько, на самом-то деле. Поэтому пока мы пойдем обратно. 1320! По-моему, я могу себе мега-шлем уже взять. Это охрененно! Вроде при получении урона минус голда, да? Надо аккуратнее быть. Сейчас вообще не хочется... О! Это босс? По-моему, да. По-моему, это босс. Воинский дублет. Окей, да? Это отхил, это мана, и это перекопнутый с боссом, по-моему, да. Очень аккуратно.
Так, а это переход уже в верхнюю часть замка. Еще один нотхилл себе взял, тоже неплохо. Нет. Спасибо, пока не интересует. Я-то боссом не очень сильно интересуюсь пока что, на самом деле. Рано еще, наверное. Так, давай так, оп. Еще раз так, оп. Сначала еще деньги, хорошо. А весьма неплохо так-то. Такс. У меня осталось две комнаты всего, точнее два пути, по которым я не проходил. Надо, по идее, по этим путям пройтись бы. Вау. Это типа элитки, что ли? Очень суровые, между прочим. Надо не жадничать, Эп. Да, действительно, проклятие ежика. Я теряю все деньги. Охренеть. Ну, или почти все. Интересно, а мне деньги мои... Сколько я денег потерял? У меня было 1770. Ахи. У меня 1140 осталось, падла. Черт. Жопа тупая для дебилов. Варвар гей. Половина с навязчивыми идеями плешивой. О, карлик! Найс. Давай за карлика попробуем. И мне, естественно, не хватает на этот долбанный шлем, да? Сволочь! 1260 багет! О, мяу! Обида. Шаклес, это тир-2 лога, я в курсе. Здорово, Сумета, еще разок. Тупая игра для дебила. Обидно. Реально обидно, причем, блин. Окей, развитие варвара. Фусрода! Да. Путь шиноби. Каждое развитие просто увеличивает цену других развитий, поэтому надо, наверное, все-таки подкопить сначала. Шиноби — быстрая и грозная воительница в стильной повязке. Она не очень хорошо держит удар, но если сама вломит, врагу мало не покажется. Это круто. Да, шиноби — это очень круто. Так, это у нас криты. Снизьте размер входной платы храна, научитесь торговать самой смертью. А, это у меня деньги будут оставаться, это очень неплохо. Давай так. Но лучше тратить куда-то деньги, чем без денег вообще оставаться, конечно. Так, с броня... Броня плюс 9. Такой себе. Хотя, с другой стороны, броня плюс 9 это хоть что-то уже. Это прикольно. Долго стрим будет? Не знаю. Ну посмотрим, возможно сейчас тоже удастся заработать деньжат еще. Она не может опять повернуться. Это прям болезнь рог легаси. Вот в этом управлении они просто иногда не могут перевернуться нормально. То есть ты ждешь, что одна будет атаковать налево, а она налево тупо не атакует. И вот это грустненько, собственно. Очень. Я очень маленький карлик с очень маленьким мечом, но с очень большими амбициями. И мне надо очень внимательно смотреть, чтобы секретку увидеть. Я не просто так карлика взял, да? Надо карликом пользоваться, пока я за карлика играю. Там, где в стенах потемнение такое, то есть где не единая стена, а где именно потемнение в стене есть, там есть секретка, в которую может пройти только карлик, без единого ранения. Оп! Окей. Уже не сделал, я понял. Здесь вроде тоже такого нет. Я стараюсь сейчас просматривать стены, но... пока я такого не вижу. Так, о, хп, да? Плохо. Воу!
Чё-то вы быстро стали атаковать. Вот иногда они, видите, просто вот не справляются с переводом. Короче, когда ты хочешь атаковать другую сторону, они иногда не могут атаковать другую сторону. Почему, это другой вопрос? Да, допустим. Это чисто переходное. Это... Ой, я извиняюсь, ребят, за удар по микрофону. Это меня не очень сильно интересует. Меня интересует при прохождении направо. О, деньги. Вот. И еще хпшка. Хорош. У меня даже по хп все более-менее сейчас. Из-за того, что я получил. Много. Будем признаваться, мне пока что везет на хп. О, а вот и... А, это просто переход такой. Это даже не секрет пока. Хотя ману у меня куда-то, блин, делась. Пока что это, видимо, не секрет, это чисто переход. Ау. Как он прям в меня, прям в жопа. Внизу, внизу комнаты. Чё, секретка была? Сейчас посмотрим. Если я, конечно, увижу внизу, какой комната была. Зампар Иванович. Есть чертежик. Кровавый плащ плаща у меня как раз не было еще. Плащик надо бы. В этой есть, да, вижу. Но это, видимо, кстати, даже не секретка. Это просто переход между локой. Что очень страшно. Жопа. По-моему, раньше такие секретки были. Но я могу ошибаться. Есть деньги. Есть еще один чертеж. Кровавый дублет. На босса я пока что не хочу идти, конечно. Нет, на босса еще идти рано. Снизу... Нет, снизу здесь ничего нет. Это снизу это не тот переход, который нужен. Только справа было. Так, здесь у нас... А, тупые жипы для дебилов! Зато сколько денег. Я аж 200 на этих шипах сейчас заработал. Что прикольно. Так, секунду, ребят. Какой был самый долгий ран Dead Cells? Ты имеешь в виду по времени? Около... 1:40. Может быть дольше, я не помню. Это был ран, в котором я играл через тактику и ловушки только. И все. Тактика, ловушки, у меня не было вообще атаки никакой. Но я не помню, сколько он был именно по времени. Стандартный ран в Dead Cells где-то час. Если иметь в виду полное прохождение, да? Включая Сари и так далее, это где-то час. Так, это, собственно, тупик. И... О, как я прям заправски попрыгал бы. И почему-то не успел махнуть мечом. Ну ладно. Значит, карлик все-таки не по секреткам. Хотя некоторые секретки наверняка он может, но не по секреткам. Сэр Ли 2, паладин, плешивый, запас МП и ХП поменены местами, маг, могучая волшебница, шарами смерти. Давай за паладину пока поиграем, хотя, когда МП и ХП поменены местами, это хреново. 1270, я собрал! Мой я собрал! Да, мега шлем 9000! Найс! Mm-hmm.
Теперь у меня есть золотая шлема, золотая. Которая дофига крутая. И, собственно, есть броня, больше ХП, больше маны. И эту шлему, я допомню, я совершенно случайно получил внизу, хотя, по идее, не должен был. Но так склалось. Что очень классно. А я что-то такое отстал, там 50 минут, а только двух боссов убивают. Но если ты играешь не очень долго, то тебе, может, непривычно просто, это норм. Как бы, если... Ну, я, например, ставлю себе задачу пройти две временки, как минимум. То есть моя задача успеть до первой временки и до второй временки. Сандали Гермеса. Окей, я тоже не знаю, что они делают, ну да ладно. Значит, ну, по-моему, я еще выше прыгать могу, что ли? Ау. Не ожидал. А, блин, шипы. Угу, давай пока чертежик заберу. Рыцарский шлем, окей, у меня шлем уже лучше, в любом случае. Ей, nice. Так вот, если играешь не так давно, это дело такое. Вопрос не во времени. Вопрос дело в привычке. Вообще забей на время. Не смущайся тому, что ты быстро проходишь, долго проходишь, это не важно. Тебе самое главное руку набить. Привыкнуть к игре. Привыкнуть к врагам. Вот как мне привыкнуть к тому, что персонаж немного не поворачивается в сторону. Никаких прыжков. А как я это без прыжков должен пройти? А, то есть прыжок вниз считается, да? Фак! Это тупик. Грустно. Надо по другому пути было проходить, вот поэтому. Погоди, а как я тогда должен подняться? А, это тоже неправильный путь, лол. Правильный путь вообще был левее. Оу, обалдеть. Обидно. Ну и парировать надо, научился. А, в смысле, надо... Я понял. Ну, хорошо, что научился парировать, это помогает. Но, опять же, далеко не все в шпиль, говорю. В клетке играют с парированием или играют вообще щитами, да. Есть же те, которые без щитов нормально играют и вполне себе проходят. Только с луками, со скиллами и так далее. Он на Дримера посмотрел. Хотя не надо смотреть на Дримера, он не очень, хотя не менее. То есть, все дело в том, чтобы ты просто наигрывал человека часы там. Будет проще потом. Вы на строидах удары отбрасывают врага еще дальше. Близорога, с чем далее, тем более расплывчато. Это плохо, хотя плутовка это очень здорово. Вас пугают цыплята, вы настолько массивны, что вас нельзя отбросить. Давай. Лол, кто еще не очень, отстань. Это не считалось, между прочим, врешь ты все. Такс. Так, новая шлема. 18 брони плюс 5 здоровья. Моя шлема круче. Здесь броня на минус 30 хп, но плюс 14 брони. Здесь, кстати, шлема на минус 18 брони, наоборот. Плюс 5 здоровья на минус 18 брони. То есть, если шлему достал... Подожди, это шлема не на минус 18 брони, а не просто дает минус 8. В смысле? Я снимаю свою шлему и получаю минус 18 брони, но плюс 5 хп. То есть эта шлема дает 25 здоровья. Моя-то 20-10 дает. 10 маны, 25 здоровья. Но при этом... Оп, не дает броню. Мне с броней нравится больше. И с шансом крита мне тоже нравится. Через плута, кстати, очень интересно босса проходить. Чисто за счет шанса крита. Но у него очень мало хп, надо признаться. То есть я либо максимально хп повышаю, либо я в полной жопе. Скорее всего, я и так-то в полной жопе, но тем не менее. Эп, жопа. Да, жопа. Но это было нечестно вообще.
нужно намного больше хпшков. Мне надо, чтобы мне хпшки падали. Хотя бы. Мне пока падают только денег. Ну, да блин, ну это читерство. Я даже войти не успел. Да ё-моё. Ну, блин. Тупо войти не успел, мне уже урон наносится. Это такой фыр. Только плута нормального получил. Не, блин, сразу урон. Так. Рыцарский дублет. Окей. Ну и вот сейчас Rogue Legacy, да, вот проходится, добываются всякие дублеты рыцарские и так далее, и тому подобное. И, в принципе, мне-то это полезно дофига. В любом случае. Но я сейчас буду выглядеть труп. К моему большому сожалению. Ну, блин, я не мог быстрее упасть. Шаг дымится. Я так понимаю, что дымятся все роги здесь. Ой, нет, спасибо, головокружение, нет. Неуклюжесть, вы часто ломаете вещи. Ага. Вас не то, что ударом ветром сдувает. Ну-ка, давай. Плут, которого сдувает ветром. Это интересно. Давай, хп еще прокачаю. Я всех убью прям. О, вообще всех убью. Да, я снова дымлюсь. Да. Потому что я плут дофига. Я очень плоский плут. Я так понимаю, что я отлетать от ударов просто в космос буду нафиг. А? Да, повернись ты. Спасибо. Вот единственное, чего в Rogue Legacy не хватает, это отзывчивости на повороты. Очень не хватает отзывчивости на повороты. Наверное, полезные шары, особенно на боссе, кстати. Когда целиться вообще не надо. Но там не было перехода в другие локации. Выше, ниже, неважно. Самое главное, что это, ё-моё, не было. Но улетаю я что-то действительно в космос, нахрен. У меня что-то не так много хп, что в космос часто улетать. Мне, наверное, варварша или паладин нужен для начала. У них хп побольше. На плоской, как мои шутки, хреново у тебя шутки. Надо быть стараться, по крайней мере, лучше. Критуля, почаще пойти к Критуле. Еще проколи, цены бы не было. Ап, я нажал вниз. Я нажал вниз удар. Текст наверх. Турунь. Грустно, что враги урон наносят от прикосновения. Вот это прям иногда пипец, как грубо бывает. 6 хп. И вот эта падла, которая умудрится меня атаковать снова. Стрёмно, пипец. Оп, ух ты, я вовремя ударил ее. Пипец, как вовремя. Я бы мог от нее по щам опять получить. Но, благо не получил, это хорошо. Так, здесь еще что-нибудь интересное? О, нет, показалось. Там нет ничего интересного вообще ни разу. Да тебе не за пулька в ружье играть. Это да, это косяк. Ты действительно ни хрена не за пулька в ружье играть. А шипы все равно тупые для дебилов. Фу! Пробежал. Найс. Да, давай наверх. Так, что бы мне еще осталось? Направо, например. А что за музыка играет? Это музыка непосредственно Rogue Legacy. Ее родная музыка. Я так понимаю, персонажа просто сжали и растянули в пенде. Че с ним так не сделали, поверь.
Это, кстати говоря, может быть огромная картина босс, если что-то. Напоминает какой-то ТД. Погоди, это что, еще секретка? Серьезно? Что-то здесь, наверное, можно сделать, но я хз что. Вся картина мимики, по-моему, более детализированная. Не, они просто трясутся, если ты рядом. Они не более детализированы, просто если ты близко подходишь, она такая, типа, из стороны в сторону такая ди-ди-ди-ди-ди-ди. Трясется. Так, я надеюсь, там не шипы внизу? Не, не шипы. Вовремя упасть, окей. Очень помогло. Еще одна запись. Окей, на. Запись 4. В этом замке все не как у людей. Я то и дело сбиваюсь с пути и не могу определить направление по солнцу или звездам. Я то и дело вынужден возвращаться назад и составлять карту, чтобы не бегать кругами. Карты, найденные мной на трупах других героев, на удивление неточные. Такое впечатление, что это вообще карты другого замка. Возможно, это место способно затуманить мозги. Или камни пола действительно двигаются мне под ногами. Начинает потихоньку сходить с ума чувак, который историю вот эту рассказывает. Но мне по-прежнему 28 хп, да по-прежнему не... Ох ты! Ой-ой-ой-ой-ой! О, как я не вовремя получил по жопе. Очень нафиг не вовремя получил по жопе. Так, ладно, давай хоть что-нибудь возьму. Ну, больше денег. Не так плохо. Сейчас здесь сверху камушек опять придет. Не, пока удачно, на удивление. Что? И еще больше денег. Отлично. 6 хп. Угу. Здесь переход у нас во вторую локу направо. Ничего интересного тут нет, я понял. Не, отсюда проще. Так, есть шанс, что попадется мимик вместо той большой картины. Да, я в курсе. Там наверняка что-то очень вкусное, но я не готов в леса Абхазии. Абхазии не для меня. Или на... Блин, или леса Абхазии, или босс. Потому что, скорее всего, что там внизу уже босс будет. Ну, или почти босс. Вот, видишь, картина трясется. Это значит, что вот эта вот картина мимик, собственно. На удивление, еще не босс. Видимо, рановато. Здоровая такая локация получается. Первая. Так, еще золото уже 1120. Неплохо. Бей всех врагов. Блин, но мне нет чакрам опять. Да. Мне чакрам здесь опять нужен. Не ладно. Ну и не будет чакрама. Ну и бегите. Может мне наконец-то еды еще чуть-чуть упадет. У меня в принципе еда-то упала. Я уже не ваншотный. От обычных врагов не ваншотный. От каких-нибудь крутых врагов по-прежнему ваншотный. Было бы обидно вот так уклониться и назад вернуться случайно. 1360 монет. Неплохо. Вот босс. Плюс хп, плюс хп. Вообще 50 хп уже. Не так плохо. Даже. И воинский плащ. Блин, я забыл плащ себе одеть. Ай-яй-яй. Не надо забывать себе одевать плащ. Плащ это важно. Мне бы чуть-чуть меч подлиннее. Я, конечно, ни на что не намекаю, но меч у меня коротковат. Как увернулся? Как увернулся просто? Лайкопост нахрен. Так, нёп. Спасибо, не надо. Неп...
неплохо, 1690 монет. Лайка босс? Да, лайка босс. Окей, нам. Страшная зенка. Хидр. Полный хидр. Значит, по краям меня ждут, собственно, шипы. Мои давние враги. И я не успеваю прыгнуть. Я слишком не успеваю. Виновник гибели хидр и куча мата. Сэр Кован 2 признался перед смертью. Хорошо признался. Неплохо, неплохо. Ну, сейчас прокачаться, в принципе, можно заканчивать на этом. Королева варваров. Клоуднус. У вас спонтанные спазмы, метеоризм. Даже самые доблестные герои страдают от газов. Да, лучше лысую девочку. Так, погоди. Я здесь плащи не купил. Что плохо. Так, новая броня. Плюс 16 брони. Очень неплохо. Здесь у меня плюс магия мне не нужна пока. Плащ. Плюс 4 шанс крита и плюс 1 вампиризм, но минус хп. Ну, давай шанс крита. Так, мне надо вес повышать на самом деле, чтобы больше таскать. Да. Спасибо. Ну, собственно, так, какой у меня вес сейчас? 110, окей. Неплохо вес повысил, смогу таскать более прикольную броню. Вот на этом, собственно, пока что я закончу, ребят. Игрушка классная. Возможно, будет еще действительно на стриме. Покойной ночи, Свегман.